Я рада вам представити Олександра Галкіна, сам Competera, який приїхав до нас з Києва, і Оксану Крикун, яка буде сьогодні модератором. Значить, наш регламент такий, що ми десь 30-40 хвилин слухаємо інтерв'ю, а потім буде час на питання. Потім наша буде година, чи скільки там буде потрібно нетворкінгу, буде вино, буде смачно, буде тепло, буде весело. Тому все, не буду займати часу. Оксана? Все, Олю, спасибі велике. Всім хочу подякувати, по-перше, що ви прийшли сьогодні ввечері сюди. Привіт всім, кого тут знаю, не знаю. І хочу ще раз сказати вам, що ви величезні молодці, що ви приходите насправді на такі події. Тому що часто ввечері у Львові стоїть вибір завжди, чи піти в якусь нову кафешку, яка відкрилась тут, чи піти і дізнатися щось нове. Або на стендап, або на стартап якісь ще події. Тому хочу подякувати вам і тобі, Саша, за те, що ти приїхав сюди до нас поділитися своїм досвідом. І, власне, я зараз буду ставити питання, потім у нас буде буквально десь 15-20 хвилин на ваші питання, так що готуйтесь, дивіться, де я не спитала нашого класного спікера щось, і ставте свої питання. Тож, поїхали. Саш, у мене буде перше питання, насправді, про тебе, і про те, про твій досвід, як ти став підприємцем, які в тебе були кроки основні до становлення підприємцем. Просто я знаю, що в тебе це не перший бізнес. Да, все верно. Вот. Блин, такой... На самом деле, был долгий путь, но постараюсь рассказать очень... Так ёмко, наверное, еще в университете, то есть первый где-то со второго курса университета, это был 2001 год, То есть и мы всегда делали сайты, потом приложение, появился iPhone, то есть было всегда помимо учебы был какой-то драйв что-то делать, что-то запускать, потому что это было типа, окей в то время, потому что ну, стипендия это жуткая штука. Вот. После университета, по сути, мы уже там, получается, в университете получили первый офис, там, там делали там, биллинговые системы, которые там стали компьютерные клубы, по сути, большинство клубов там, в Украине на них работало. Они были на Unix, в отличие там, от других штук, но они были бесплатные, но они падали, а чтобы нас вызвать, надо было $200 заплатить. Ну, мы их вложили специально. А это какой курс был тогда доллар? Вот, там хороший курс был тогда. Вот. Это мы делали с партнером, с которым я сейчас, по сути, там, запустил бизнес. Там. И он, потом мы разошлись немножко, то есть я попал в такую консалтинговую компанию, там занимался физическим консалтингом, но при этом там студия сохранила свое существование. То есть мы уже делали там более корпоративные веб-сайты, более дорого, потом уже больше приложений, то есть был такой всегда сайт-бизнес, связанный с этим. И в какой-то момент времени меня, как ты знаешь, я ходил, у меня было какое-то внутреннее неудовлетворение, потому что работа на аутсорсе, она... То есть делаешь кому-то хорошо, но не себе. И второй момент, там ноги волка кормят. Нет следующего клиента, как бы, ну, какой-то, ну, надо постоянно их искать и так далее. То есть это постоянный шифт технологий, они меняются, нужно развиваться новых. И я тоже вернулся к партнеру, говорю, слушай, как бы, давай сделаем что-то продуктовое, потому что реально я устал, хочу что-то, реально хочу свой продукт, хочу там менять мир, хочу делать что-то одно, которое... Это реально так и было. Вот, и мы запустили как бы проект, но нам пришлось сохранить некоторую такую, не то что аутсорс, то есть там был уже ближе к консалтингу, потому что мы занимались такой security, такой personal security, больше консалтинг, чем продукт, но там такой пакет плюс консалтинг. И в этот момент начали запускать на базе этой консалтинговой компании свой первый продукт. В общем, ну, как мы там всем рассказывали, два Лексуса, когда мы туда потратили, поняли, что он не летит, решили больше не тратить, потому что третьего Лексуса у нас не было. И в тот момент мы поняли, что, блин, ну, не летит. И вот со второго раза уже такого чисто, вот это я считаю чистый стартап, это наш, это уже запустилось Competera. Круто. А... Первая попытка нет, вторая, да. А скажи, от після двох лексусів, да, втрачених, Competera запустилася, я знаю, ви теж туди інвестували досить нормальну суму грошей. І... Але як прийшла ідея взагалі Competera? Тому що, я так розумію, ти працював в інших індустріях до цього, чому ти почав працювати з ціноутворенням? Да, смотри, интересная, в принципе, история, она сложилась там с двух пазлов. То есть первый бизнес, который мы делали, это был такой до сих пор есть сервис wood.com. То есть это сервис коллективных покупок, но не Groupon. То есть там бренды стоят в очереди, чтобы, например, запустить какой-то продукт на рынок. Бренду дорого там, создавать промо-компанию в Facebook, или куча диджитал агентств, есть такая площадка, на которой ты подаешь свой продукт, и люди, чтобы получить скидку на него там, 70%, должны зашерить в социальных сетях, это там регулятор, короче, получаешь персональный код, и можешь купить эту штуку, там запускались там, всякие коллекции там, гаджетов китайских и так далее. Короче, мы пытались эту механику скопировать в Украине. Это же типа покупок?
купона, але типа купон для товаров, товаров, да. То есть, и, например, у большого ритейла есть остатки складов, например, стоят там холодильники, которые уже дорого промоутить, но они не продались, они на складах, загуляют склады, и, короче, они замирают. Мы забирали, хотели этот товар, выставляли на эту витрину, но взамен мы давали, вы давайте, давайте скидку, а мы вам, люди зашарят эту штуку в вашем магазине. И, то есть, там были, например, на конфе мы разместили 1500 чайников, надо было 1500 рюкзак, чтобы купить чайник со скидкой там 400 гривен, там 15 минут. Вся компания была собрана. Там какие-то GPS-навигаторы, я не помню, только увидел, что акция запустилась, минут 7 уже все было продано. Вот. Ну, короче, в этой механике, на самом деле, внутри было заложено, мы проверяли цены. То есть, чтобы запустить акцию, надо было проверить, точно ли это уникальная цена. Потому что часто, кстати, все пытались обманывать и говорили, да вот, это типа супер цена, но мы должны были проверять ее как-то. И, соответственно, эта проверка требовала у нас парсинга цен, сравнений и так далее. И в это же время там Андрей помогал своему партнеру запускать интернет-магазин, в котором как бы тоже была та же проблема, когда вот в новогодний период ему звонили, говорили, знаешь, тут брокар-сеть продает дешевле духи, чем вы. То есть там был классный сайт, дорогой, много в него вложили энергии, потому что ну, аутсорс запускает сайт. То есть там интернет-магазин стоил бы, да, порядка 70 тысяч долларов. То есть это дорого, ребята, 2011-2012 года интернет-магазин стартап. Это реально, то есть там супермеханика, корзина, ну продаж там нет. Оказалось, продукт собрали, 14 тысяч товаров, говорю, как мы за ценами будем следить? Ну там цену поставили и все, класс. А то, что там динамика во времени меняется, за этим никто не следит. Мы начали ресерчить, действительно ли это проблема, как это сейчас решается. Вот, классная книжка, там, «4 шага к озарению», вот она помогла, потому что мы уже понимали, что точно делать не надо. То есть привычка аутсорса, что сделать дорого, долго, потому что рейты платят. Вот, и, соответственно, после той проверки мы поняли, что так, надо сделать что-то очень понятное, быстро. И, собственно, от идеи, от доменного регистрации до первого клиента прошло полтора месяца. О, а кто был первый клиент? Я когда нашел, и чего вы его нашли? Да, так прикольная история. На самом деле, реально мы сделали такой дашбордик, мы мониторили 200 товаров по крупным нашим интернет-магазинам. И у сети Алло, на самом деле, стоял чайник за 1500 гривен, хотя он стоил 150, нет, да, где-то так, 150-450. Я сфотографировал просто этот чайник у них, чайник на розетке и наш дашборд. Я отправил на суппорт Алло.ua. Такое случайность обстоятельство, что продакт-менеджер, который управлял этой категорией товаров, он уехал открывать визу в Киев на следующий день. Ему попало это письмо, он спросил, кто мы такие, мы рассказали, кто мы, он увидел, в чем проблема, как бы, и мы, по сути, подписали контракт. Слухай, дуже круто. А от ви зараз працюєте з 16 країнами, так? Скільки? 19. 19 вже країн. І от у вас вже тепер є ви працюєте на міжнародних ринках. У вас є конкуренти якісь? Конечно. Конкуренти у нас були, в принципі, з першого дня, і це дуже хорошо, тому що коли ти продукт, на якому немає конкурентів, це значить, що ти робиш неправильно. Вот, соответственно, вопрос, как ты дифференцируешься, в чем было. Я тут Стив Лэнгвуд очень правильно сказал, там есть продукты, есть там три штуки. Новый продукт для нового рынка, да, и так бла-бла-бла. Соответственно, новый продукт для нового рынка, ребят, газ, особенно в Украине, запускать очень дорого и сложно, и практически нереально. То есть вероятность вашего успеха, она и так стремится к нулю, а тут она стремится к нулю в какой-то степени. Поэтому мы увидели, что есть решение, мы увидели стоимость этих решений. До сих пор там те две компании, с которыми мы конкурируем, они берут за это решение несколько миллионов долларов в год, мы берем несколько сотен тысяч долларов. Соответственно, наша была конкуренция ценовая, сейчас это больше уже ценовая продуктовая, где мы можем понимать, что мы это делаем еще и лучше, чем они. Что у нас уже есть эти деньги, купить эту экспертизу и так далее, то есть там PhD там, в эконометрике там, нанять и так далее. Потому что до этого это была штука. Да, мы начинали, мы понимали конкуренцию, понимали, что, например, в СНГ этих решений никто не купит, потому что они очень дорогие, плюс у нас была компетенция это сделать быстро и дешево. Настолько дешево, что нам до сих пор некоторые там конкуренты, мне говорят, вы как тараканы, говорят, там украинцы, блин. У вас стоимость коса, там один из конкурентов, который, кстати, в итоге был продан в прошлом году, мы очень радовались этому. Он, у него был офис в Сан-Франциско в Израиле, в Тель-Авиве. То есть, и когда мы просто смеялись на их косты, то есть мы делали это все в 4 раза быстрее и где-то в раз 10 дешевле, чем они. То есть вопрос просто, есть ли у тебя вот это 4x минимум дифференциация от конкурентов. Мы его увидели, в принципе, и поэтому решили на это поставить. Ну, это, власне, те, про что Стив Бланк пишет в себе, да, что 10x має бути різниця, або дешевше, або швидше, або краще. Да, если нет, ребята, не видите, что вы делаете в 10 раз лучше, лучше 10, честно, 4 где-то так и выйдет. Значит, у нас классная картина висит в офисе, там, типа, как она там, Саня, звучит, делай пиздато, хуёво и так получится, да? Все, все зрозуміли, что плакат треба в себе в офисе, десь там. А розкажи, от, ще ви будуєте продукт, і наскільки я знаю, ви будуєте без жодних інвестицій. Тобто у вас немає якихось ні смарт-мані, ви їх шукаєте? Смотрите, на самом деле, сейчас уже є деньги, то есть мы просто об этом
не сильно распространяемся, но на самом деле вначале это были деньги наши, то есть фаундеров, и наше время, а потом присоединился к нам мой партнер, третий Александр, то есть, в принципе, он тоже входил туда в операционную деятельность, то есть он тоже помог компании в какой-то момент времени. У нас был один ангел, который тоже помог на каком-то этапе, потому что... Из Украины? Мы, да, это был украинец, вот. Мы, ну, тоже серийный IT-предприниматель, он тоже понимал. У нас такая ситуация, правда, мы же запустились ребята в, получается, 2014 году, это как раз когда гривна увалилась не то что, то есть у нас график так, клиенты вот так, а деньги вот так, то есть 170% девальвации гривны, а контракты годовые все в гривне, и, соответственно, разработчик на зажим больше долларов получал зарплату, потому что мы, нам было, ну, лень вести эту, короче, пересчет, и мы, короче, очень сильно попали, и вот тогда он помог нам, потому что у нас был перекос очень сильный в операционном. Но в целом, за то, что мы работали, это плюс, но никому не рекомендую так делать, как мы. Вот, мы работали с Enterprise, поэтому, в принципе, у нас были годовые оплаты, и мы за счет, мы как бы не были profitable, но за счет кэшфлоу мы всегда были, плюс 1-2 месяца у нас денег всегда было, то есть на счету. Поэтому мы очень аккуратно инвестиции, в принципе, привлекали потом. Сейчас мы там взяли инвестиции, но мы об этом пока не сильно не разглашаем. То есть там просто для одного эксперимента, который мы когда вот закончим, тогда мы всем объявимся. Вот круто. То есть инвестициями гордиться не надо, то есть это чисто пока мое ощущение. То есть хайпать надо продуктом, а не тем, что ты взял деньги. Абсолютно згодна, але от стосовно інвестора, як ви вибираєте інвестора? Це має бути смарт-мані людина, яка вас розуміє, чи це просто... О, це хороший вопрос, длинний путь. Смотри, коли я перший раз ми почали це робити, я потім забив, блін, лучше інвестор – це клієнт, і все, наші ребята, ми це робити не будемо, тому що це такий wasting time. Тобто у мене є таблиця, на самом деле, в якій я, наверное, зробив десь 110 печей інвесторів. Тобто я, на самом деле, класифицировав 3 таких великих групи, тобто це інвестбанкіри, це инвестбанкиры, но предыдущие, это фонды, но с фаундерами, основателями, которые делали какой-то бизнес для этого, вообще просто бизнес. Потому что инвестбанкиры, они вообще, они стартапы могут спросить трехлетний прожекшн по продажам и так далее. Вот. И третий, это уже моя самая такая группа A, это инвестора, которые бывшие фаундеры, которые знают, что такое SaaS. С ними очень круто, они не спрашивают тебя про деньги, не спрашивают, как твой customer retention, LTV, то есть как charm, какие-то метрики роста, то есть с ними очень интересно. То есть они реально заботятся, как у тебя пользователь приходит в твою воронку, как он удерживается и так далее. С ними очень интересно, они понимают твой бизнес, они запускали подобные бизнесы. И они обладают офигенными блоками. Вот с ними надо дружить, от них можно брать деньги. Uh-huh. Вот, соответственно, вот так длинный путь. То есть, ну, это такой же процесс продажи, как и любой другой, как поиск клиента, так же поиск инвестора. То есть это жуткая воронка, количество, куча встреч, куча связей. Вот мы с Аней, когда были в Дублине, мы за 4 дня ни разу не заплатили ни за завтрак, ни за обед, потому что все платили инвестора, а мы по ним катались, ну, как бы печили стартап. Я думаю, что это лайфхак только что был. Еще круче, вы на конференцию можете бесплатно попасть, потому что пишите инвестору, слушай, у тебя же есть стопудов какой-то пригласительный, там, ну, там вход на конференцию для стартапа, там, 500-600 долларов, это дорого даже там со скидкой для стартапа. Ну, можно писать голос спонсорам и самим инвесторам просить у них скидку или билет. Часто билет присылают. Так що, народ, користуйтеся, безкоштовна порада. А от ти сказав тільки що про SaaS-метрики різні, так? Я знаю, що ти там виступаєш, що є досить багато доповідей там, в інтернеті, можна знайти про SaaS-метрики. Які в твоєму бізнесі найключові SaaS-метрики? Ну, в будь-якому бізнесі... різні. Да, нет, SaaS, кстати, чем круто, SaaS, в принципе, верится одними и теми же метриками. Посмотрите мой доклад там SaaS Nation, там я как бы разложил все их по частям, какие нужны, на каком этапе бизнеса. То есть вначале ваши все метрики в голове, конечно, смотришь, сколько у тебя клиентов, как они живут, когда они отключаются, разбираешь, почему они отключаются. Вот сейчас эти метрики, ну, у нас много. Вот, но это основные процессы в компании, есть метрика. И, соответственно, есть процесс, который улучшает эту метрику. Сейчас мы работаем над тем, что задать единую метрику продукта. Типа, знаете, какая метрика Facebook? Кто-то знает, основная, на которую драйвится компания сейчас, и вообще все голы меряются, нет? Это среднее время пребывания пользователя в день. То есть она сейчас 27 минут, по-моему, но годовой цикл 35. Вот на чем работает Facebook, то есть над стики, то есть над тем, чтобы люди зависали. У букинга эта метрика, это количество букингов per minute. То есть, и, соответственно, вот каждого продукта должна быть эта единая метрика, которая, в принципе, всю твою пищевую цепочку показывает. Mm-hmm. То есть. А я знаю, що ви ще всередині компанії працюєте по Objective Key Results. І виходить, що у вас в основі лежить оця ваша метрика, та, якась є ключова одна, і від неї відходить. Немножко не так. Тобто у OKRs є окремий сет метрик, але якраз от філософії вот этой Objective Key Results ці цілі повинні бути дуже excited, тому просто метрика нікому не цікаво двигати. Тобто, ну, наприклад, вона говорить, там, да, зробити клієнтам там, в 6 разів щасливіше, ніж вони зараз, або в 2 рази щасливіше. То есть там есть набор этих штук, тоже у меня есть доклад на эту тему длинный. То есть
Мы там одни из первых начали это применять, очень штука классная. Она помогает дружить с краном и вообще бизнесу через вот эти OKRs. Поэтому метрики есть в них, да, иногда этот objective действительно направлен на определенное улучшение определенной метрики. Но они, как правило, более такие excited, то есть там, мы там, не знаю, сделаем счастливым там 150 котов, там еще что-то. То есть она, таким людям нравится жить ради каких-то целей, а не каких-то цифр и так далее. Потому objective key results у нас там, мне здоровенно тоже признаться в открытом доступе, как выглядят наши метрики, OKRs, почему мы такие, какие плохие, какие хорошие, OKR и так далее. Да, тобто вони більше заходять тут в візію, місію, аніж... Да-да-да, вони от візія драйвить ці цілі, тобто годові, тобто такі великі. Уже в кожній команді свої більш мелкі, тобто як вони можуть подвинути от цю велику годову цілі компанії. Окей, дякую. А я тепер хочу поговорити більше з тобою про частину людського бізнесу. Ну, тобто все, весь бізнес – це люди. Да. Але от якщо говорити про тебе і твоїх партнерів, да? Я знаю, що зараз тут є один із партнерів, які будуть підслуховувати. Да, привіт. Але як ти знайшов правильного партнера, ну, тобто в свій бізнес, і взагалі як би ти порадив людям, які тут, можливо, будуть робити свої стартапи, як шукати правильного партнера? Ох, це взагалі болюче у всіх, мабуть, компаній. Зустрічаємося на наступний стартап-грант. Знаєш, був цікавий случай, мені позвонив один інвестор, він взагалі нічого про бізнес не спросив. Він спросив, коли твій партнер, коли ти з ним виділся, откуда ви знайомі, що ви до цього з ним робили? Я йому відповів, просто приїжджай ко мені в офіс, я хочу з тобою поговорити. Все, то есть это было воскресенье. То есть лучшая мэч, конечно же, это человек, которого вы знаете очень давно. То есть что у вас есть что-то с вас, которое связывает не только там, профессионально, там, лично и так далее. Но это челлендж. По сути, и Сашу, и Андрея я знал вообще по другому теме. Это мы, у нас была связь, ну, просто эти люди, с которыми тебе комфортно, и они могут дополнить тебя в какой-то области. Вот. И, но, как правило, вы должны знать очень давно. То есть вот один фонд тоже рассказал, мы не инвестируем в фаундеров, которые не знакомы друг с другом более 10 лет. Ого. Менее 10 лет. Вот. То есть, поэтому, скорее всего, все остальное, если у вас такого партнера нет, моя рекомендация, просто покупайте человека. Просто это будет ваш, не называйте его фаундером, то есть у него будет просто доля вашей компании, какая-то небольшая, но это намного легче понять и объяснить инвестору, чем что вы бежите куда-то, разделили компанию с человеком, которого вы знаете там год, два, три и так далее. То есть, поэтому... Все такие крутые вещи, они созданы людьми, которых, во-первых, и классный совет, конечно, по статистике, так мы работаем с данными, я вам скажу, что большинство успешных компаний – это обычно 2-3 фаундера. Потому что тяжело вынести вес этих вопросов, которые у тебя там на одной голове. То есть 2-3 – хорошо. Если у вас такого партнера нет, тогда окей, примите это, вы один. Просто классных партнеров себе найдите в плане сотрудников, людей, которые могут делать вам, помогать, запишут там CTO, как правило. Какая-то проблема, но мы выступали как-то, кстати, на Microsoft Business Day, и мы тогда, то есть там как раз про фаундеров спрашивали, то есть там была тема, но фаундер. Все круто, лучший матч это фаундер-продавец и фаундер-технарь. То есть когда у вас есть такой матч, то есть все, вы поднимете любой бизнес. Аутсорсинг отряжка, правильно. Да, да, ну это IT-бизнес, ребят, то есть вы же делаете технологии. Идеально, если фаундер-продавец с инженерным бэкграундом, то есть это вот наш случай. То есть я просто, я тоже кодил, там что-то делал, но я где-то с 2005 года вообще этим ничем не занимался, больше продукт-менеджер, консалтинг я был. И так далее. Но я инженерист, понимаю, то есть мне, в принципе, знаете, как люди решили лететь на Луну вообще первый раз? Задумали, что там был какой-то ученый совет, который долго рассчитывал это, они сказали так, ну, наверное, надо херачить часа 4, сжать столько топлива, это будет приблизительно такой-то вес, наверное, реально построить такую ракету. То есть вы очень много решений должны ну, делать, особенно стартап, большое количество допущений. Да, и, соответственно, когда у вас какой-то есть инженерный бэкграунд, то есть вы как минимум плюс-минус относитесь реально все то, что вы придумываете. И когда вот у двух фаундеров, один очень продавец, да, из там, этого бизнеса, вы просто, и другой вроде инженер, да, но в какой-то момент вы в итоге перестаете верить один другому, то есть, потому что вас вы говорите на разных языках. Соответственно, вот мне очень понравилось, мы в Фейсбуке гуляли, очень много разговаривали, у них реально весь менеджмент, все инженеры бэкграунд, то есть у них ни инженеров тупо нет, ни на каких руководящих позиций нет. Только потому, что все равно ты принимаешь решения, в любой эти штуки ты должен мэчить это с вот этой вот, ну, реализуемостью, так сказать. То есть, поэтому, если тебе это плохо, видели, вот Маск на днях пытался ловить, короче, кораблем часть от кого 60 Falcon 9, да? Да. То есть, там большой был вопрос, они же не словили, но упало рядом. Просто прикол в том, что там нам сказали, а как они вообще, то есть она же могла прямо на корабль упасть, не на сетку, на которую они куда-то прилетали. Ну то есть, но они прикинули, наверное, дуйбл, то есть надо так сетка такого-то размера, то есть, а то, что она падает два раза скоростью света, короче, это типа тоже никому не все помнило. Ну то есть там вопросы к инженерным как бы языкам. То есть,
Поэтому вот если вы строите, типа, моя рекомендация, то есть вы должны чуть-чуть иметь инженерный бэкграунд, почему угодно, например, даже сайты строите, какие-то простые апки, вы понимаете, что такое product development, сколько он времени занимает, какие можно вещи делать, какие нельзя, что итерационно, у нас есть такая метрика, мы там maturity level любой фичи. То есть мы говорим, это, знаешь, там, уровень 0, это может сделать в стороннем сервисе или там в Google Spreadsheet, это номер 0, да, номер 2. И мы когда делаем планируем что-то, мы сразу говорим, какой это будет, нулевой, первый, второй или третий, какая есть достаточность, чтобы это там купили или сделали. Потому что даже потом, когда продукт развивается, ты все равно должен как бы всегда быть стартапом, то есть чтобы запускать любую инициативу, это очень сложно. Потому есть у нас тоже там плохие решения в этом плане, то есть думаешь, что возьмешь классного продукт-менеджера, там, который там хороший, это, но он просто не инженер, и ему это сложно, это долго и так далее. І от ти гарну тему затронув якраз про людей, да? От ти наймаєш там продакт-менеджера якогось. Як наймаєте людей в команду? Тобто, о, хто це людина? Саша, вообще. Но в целом, ми, кстати, какую-то MC туди розкажеш? Ні? Как мы понимаем, извините, что я заставил вас. Причем мы если на одной позиции с ним одинаково. Ему перечислю данные. Это правда, что я рассказал, как мы нанимаем людей? Ну, у нас уже камера повернута, тому свалу немає. У нас есть определенный набор soft skills, который мы заидентифицировали как наши values в компании. У нас есть scorecards, идентификация этих людей и этих values. Мы скриним hard skills, есть определенный набор hard skills и людей, которые мы ищем. Сначала hard skills, потом скрин soft skills. Как мы ищем? Ну вот на таких ивентах мы, например, можем искать людей. Ну, в зависимости от каких позиций у нас открыты. Самый большой процент отказа у нас это люди, не прошедшие soft skills. Да, у нас есть определенные soft skills, которые мы считаем, что это там коммуникация, взаимодействие, открытость и, да. И сейчас адекватность, такой... какая-то человеческая адекватность. Раньше продукты строили просто классные инженеры, а сейчас строят классные команды. И, соответственно, люди должны иметь очень... Вот у нас проблема в Украине, это реально инженеры, которые обладают хорошими тим-скиллами. Mm-hmm. Это просто проблема. Да, поэтому мы часто мы даже считаем, что мы можем... То есть там seniority level может там быть джун, но он с хорошими софт-скиллами. Мы считаем, что любую хард-скиллы можно выучить. Если человек может и быстро учиться, а мы надеемся на это, либо мы это проверим очень быстро. Соответственно, основная причина нашего отказа – это проблемы с софт-скиллами, с мэтчингом, с нашей культурой, видением, как это надо делать, как работать, как, и так далее. Поэтому, ну там Саша сделал крутой процесс, то есть у нас там реально, мы это называем машина, то есть помимо того, что на сайте это полностью подстроенный лендинг, который там меряется вся эта аналитика заявок. Сейчас мы еще там мечтаем написать бот, который бы анализировал там сразу отправленное резюме, то есть делал там матч по некоторым критериям и просто даже отфоллапливал автоматически эти кандидаты. Я знаю, в Гугле такая штука. Да, да, знаете, сколько форм отправляет в Facebook в бот? Рік. Я да. знаю, що там в день щось відправляють 130 штук чи 6. Полтора мільйона. Так. Да. Вакансії. То есть там 4 робота працюють до того, як вообще чоловік почитає це письмо. А Salesforce прикольно розказував, у них повністю роботизована воронка до інтерв'ю з чоловіком. То есть до интервью еще с рандомным селом, который будет тебя собеседовать. То есть там тоже есть такой, этот, называется hiring engineer. Ого. А скільки вам відправляють на місяць? Ой, я не знаю. Ну, порядка 120 просто. Непогано. Це з України чи з різних куточків світу? Ну, знаєте, ми в Фейсбуці перший раз написали, ми релокейтили громадянина Америки в Україну. Ой! Боремося з імміграцією, як можна. А це тут Україну не так вибрали, правда? Знаєте, що ми знайшли сейла в Сингапурі теж на воронку упав нам із Сингапуру. Чому прямо зараз? Да, да, зараз. Чому він взяли на роботу? Вообще китайець, який живе в Сингапурі. А вот, привіт в Київ, Март. Вот, ми зробили... Ну это, ладно, это отдельная история, то есть, ну там смешно. Коротко не выйдет, да? Да, коротко не выйдет, но в двух словах, то есть, чтобы это, нам этот дипломчик получить, пришлось вот нашего юриста подключить, нашего HR, плюс покупаемого юриста, человек из Польши получал визу в Украину, чтобы заехать сюда за $400. Короче, а громадянство не треба было сделать? Это уже, это next step. Ага, да. Пока, да, это вид на жительство, разрешение на работу, потом вид на жительство, потом гражданство. Ну, в общем, это длинный путь, но... Компетера збільшує кількість українців, бачите, таким способом. Да, да. Но это сейчас круто, реально можно американцев... Мы вот, кстати, ходили по долине 2 недели назад, мы очень многих людей переубедили, чтобы перестаньте делать это все здесь, возвращайтесь, потому что cost of living и зарплата не соразмерны. Да, там, кажется, джун в Сан-Франциско получает $110 000. Это вообще ничего в этой стране. Это, блин, кэшем тебе, ну, 1000-2 останется. Ну, зараз взагалі надовго, якщо подивитись на останні, там, хто що пише, як релокейтнутись назад, а чому там не так добре. Да, это многие говорили, все думают, в принципе, средний опрос, в принципе, 4-6 лет релокейт обратно.
бізнесі, да? І ще хочу спитати теж по людях. Ви їх якось розвиваєте, чи от ви, ну так, взяли їх з ринку, запихнули в м'ясорубку і понеслась? Ні, звісно, ти що, нас, знаєш, у нас некоторые сотрудники говорят, что, блин, я вот это напряжение, я думал, это будет только первые три недели. А я уже тут полтора года примерно не спадаю. В принципе, да, есть целая отдельная, есть целая программа. Ну, вообще OKR помогает, что каждый человек есть свой личный OKR, свои цели, цели по росту. И, соответственно, есть вот этот вот assessment review, performance review. То есть человек пишет о себе сочинение, человек классный, чем я помог там компании, командам. И сам про себя. Сам про себя пишет. И, по-моему, три или четыре независимых человека, которые тоже о нем это пишут раз в полгода. Вот. Плюс есть 10 человек, которые делают ему позитив или негатив, просто хороший чувак, плохой фидбэк. Это все саккумулируется, потом он приходит на one-on-one и к своему продакт-менеджеру, ну, менеджеру своей команды. Вот. Потом к нам, получается, приходят уже менеджеры. В общем, и поверь, там как бы плюс есть, мы оплачиваем 60% любой обучающей программы. Кстати, было 0, было столько реквестов, сделали 60%, как бы, ну это достаточно значительно. То есть, причем мы там покроем все, там отель, это. Значит, реквестов стало немного. То есть, такой, если человек готов вкладывать свое обучение, даже там вот эти там 40%, мы поддержим. То есть, ну есть. New Education, как правило, мы говорим, мы вам даем возможность пробовать ваши crazy идеи за наши деньги, поэтому это главное обучение. Ну и насправді, якщо 40% буде на буде більше цінити це навчання, да, ніж якщо компанія повністю проплачує. Да, да. Тому ми бачили, що працює, навіть всі колектив весь підтримав, що це круто. Слухай, є ще одне питання, от власне по компанії по тобі, яке я ставлю на кожному стартап-гранді, буду далі, до речі, його питати, так що готуйтесь. Який твій середньостатистичний робочий день? Що ти робиш? Яка твоя денна рутина? Хороший вопрос. Смотри, то есть зависит от дня недели. То есть у меня, в принципе, распределена, сначала я распределяю неделю, в принципе, я стараюсь вторую половину недели вообще не посвящать никаким встречам, нет никаких внешних событий. То есть, и даже внутри компании у меня нет встреч внутри. То есть четверг-пятница, у нас вообще есть традиция, в пятницу никто по второй половине дня не работает. То есть это анализ прошлой недели, постоянно у нас такой пульс компании есть, каждая команда пишет пульс, анализирует метрики, чему-то обязательно закрывает демо спринтов. То есть все спринты закрываются, делается демо, это анализ. То есть потом у нас там может быть винная вечеринка, там еще что-то, то есть вообще каждый, блин, пятница. Хорошо, пятница раньше было еще несколько дней до этого. Вот. То есть мой день, понедельник, у меня планирование недели, в принципе, то есть я, в принципе, утро планирую всю неделю, то есть какие будут ивенты, куда я пойду, какие таски на эту неделю я складываю. То есть я так как живу в нескольких жироборс, поэтому у меня есть трелло-борд, который... Свои властные. Да, который стягивает все эти тикеты. В принципе, и потом ежедневно я в первой половине дня беру таски, которые требуют моей умственной активности, то есть во второй половине дня механический, то есть это ответ. Почту я разбираю постоянно, есть очень много там консервных, в коре, столько топиков, короче, так работать с почтой, я использую Google Inbox, и я всегда письмо, максимально быстро реагирую на письма, но это моя позиция, ребят, то есть я очень много принимаю решений, коммуницирую с людьми, то есть мне уже меньше таких задач, поэтому у меня там быстро снуз, типа отвечу потом, но если я себе дал снуз, и оно потом придет, я 100% на письмо отвечаю, то есть я его не разнузну. Вот, done, это я не читаю письма, которые вообще у меня сфильтровано, скрыто все, что Google Sharing, Docs, какие-то social, оно все падает. У тебя zero inbox? У меня zero inbox, хочешь покажу? Смотри. Я такого не бачила ще. Пишу где-то 70 писем в день я. Отвечаю чуть не меньше. Вот это сейчас приехал. Вот смотри, вот типа, я говорю, вот это я читать вообще не буду. Да, это надо будет завтра утром посмотреть, то есть tomorrow. Да, то есть это тоже не буду, это апдейт. Это пульсы приходят на наших пиошек, поэтому тоже надо будет завтра утром разобрать. Все, я так і делаю постоянно. Просто про них говорили, знаєш, це вже ого. Було іменно інбокс зробити механіку, тому вони там, я дуже люблю ребята з Рідл, але я не можу Спарк взяти, у нього нету, але він все одно не показує інбокс, але він вже насправді це ж не удаляє письмо, він просто пряче. Я в якийсь день просто пішов, написав, да, я все зробив, типу, все прочитано. Тобто просто исчезли всі письма. Да, все, сьогодні новий день. І нормально. Тобто нічого, я, кстати, у мене нет кнопки дзвонити на телефоні. А як так? Я убрав просто. Тобто, що ти приймаєш дзвінки, інші не приймають дзвінки? Я не приймаю входящих дзвінків, неизвестних номерів вообще. Вот, і практично не дзвоню по телефону. Тобто, у мене немає кнопки дзвонити. Як ти комунікуєш з людьми? Тільки листи і месенджери чи ще? Да, месенджери. Месенджери. Тобто, це такі хаки продуктивності, які дозволяють, ну, не робити лічну роботу. Я реально проаналізував то, що я отримав бенефіт від того, що мені дзвонили якісь люди, щось предлагали. Що я реально з цього отримав? Нічого. Я перестав брати трубки від тих неизвестних номерів. Знаєте, що змінилось? Нічого. Буває фігня, чесно. Буває, коли я, наприклад, заказав щось в інтернет-магазині, реально, і забув
уже это сделал, да. Но знаете, что было? Курьер нашел, где я работаю, позвонил офис-менеджеру и доставил товар. Это такие курьеры, подыдите на стороне. Ну, хорошие магазины, они добьются тебя, то есть, потому что им надо доставить. Они реально придут под дом. Кстати, у нас, типа, вот знаете, в Америке товар доставляют в двери и оставляют. Типа, не ждут хозяина, этого нормально. Mm-hmm. То есть там в некоторых сайтах ты можешь сказать, типа, я разрешаю ставить возле дома, типа, в некоторых нет. Короче, само уже так тоже, мне просто оставляют возле двери. Класно. Ну, в тебе велика довіра, ну, тому що в Україні можуть прийти до будинку. Ну, я живу, наверное, в хорошому домі. Так, однозначно. Вот, поэтому так виглядить. Я так конкретно не відповів, що виглядить день, но перша половина дня робота з функцією, задача вторая дня, тут може бути більше ответов почти, комунікації з людьми. Вот. Иногда бывает все, видишь, коребать. И бывают такие какие-то сложные клиенты или партнеры, кто хочет двигаться в четверг-пятницу, конечно. А как ты учишься? Блин, сейчас это сложно. То есть сейчас я учусь где-то 2 часа в воскресенье. Сейчас вот прохожу курс на Курсере по deep learning, machine learning. То есть хочу чуть лучше с нашими инженерами на одном языке общаться. Это так, у меня малому 4 месяца, это так. Он уже знает, кстати, кучу слов из machine learning, то есть потом он еще не говорит, но я думаю, что скоро заговорит. Так я сразу почти там роботов ходят, показывают, просто он, короче, туда смотрит, все круто. То есть где-то вот я стараюсь уделить несколько часов в выходные дни, вот, в течение недели, то есть это вечером перед сном, то есть какие-то книги, контент, которые я там откладываю почитать, то есть у меня есть pocket, и туда разбираются, то есть вот где-то так. И перелеты, классное время, самолет, правда, блин, стал Wi-Fi в самолетах появляться, это жопа. То есть ты уже реально работаешь, и так далее. Но в целом, пока он там дорогой достаточно, поэтому много не... Там, блин, в Катарске, как я видел, ребята, $5 стоит 30 мегабайт интернета. Ну ладно, был на время, был, но 30 мегабайт, что такое? То есть обновился, зашел в жиру, короче, и все, и нет этих... Ну, Катар Airways хороший. Нет, круто, интернет летает реально на 10 тысяч метров. Ну, 30 мегабайт. Ну, короче, но вот там можно учиться, читать книжки, какие-то делать заметки, идеи. Вот. И подкасты. Я слушаю много подкастов. А какие? Састер подкаст. Это самый лучший подкаст, который я, в принципе, всем рекомендую. Састер подкаст, да. Там реально про бизнес, про то, что делать. Есть там Inside Intercom, это по product development, по product штуку. И есть там Fire Entrepreneur, по-моему, называется. Это история тоже таких разных предпринимателей, из разных сфер, приглашают маркетинг, бизнес. Там были ребята, которые там, ну, там основывали классные фэшн-бренды, но мне интересно, еще как другие штуки работают. Вот я их слушаю, когда еду на работу или с работы. У меня, блин, в Киев пробки, то есть есть 40 минут, и реально 2 подкаста можно успеть послушать. Они где-то по 20 минут, я люблю подряд, которые такие быстрые, 10-минутные. Вот. Но иногда себя чуть останавливаю, потому что когда ты что-то новое слушаешь, ты пытаешься это применять, и иногда очень много применений и изменений в бизнесе, это плохо. Ты приходишь, кажешь, так, партнеры, у меня новая идея. Да, у меня иногда команда остановит от езды на какие-то конференции, потому что как придет Саша, вернется и будет туда. Слухай, а в тебе є взагалі ментори? Ну, тому що ти вчишся, да, там отримуєш десь інформацію. Так, це класна штука. Тобто менторство – це взагалі дуже здорово. Я зараз навіть працюю над тим, щоб створити такий борт людей, яких мені, я знаю, які компетенції мені потрібно доповнити. Там я хочу, от я зараз з Кримі спілкуюся з ребятами, там, от я спілкувався з VP of Sales, VP of Sales Force, з ребятами з IBM, тобто хочу зрозуміти, хочу мати чоловіка, який би допоміг мені розуміти, як краще працювати для продажі. Дорогі, великі продажі. Я там, наприклад, узнав, що, наприклад, поле это нормально. Слышали, да, что есть крутой софт, это Oracle продают на гольф-полях. Я думаю, понять мог. То есть там есть две стереотипы в этой фразе, например, потому что на гольф-поле это говорит о том, что человек, кто будет пользоваться твоим продуктом, если там продал, то там люди просто спустят вертикально, твоим софтом будет пользоваться. Потому, например, Oracle такой страшный. Вот. Но с другой стороны, это membership клуба стоит $1 миллион в год. И по сути все, кто там тусуется, они имеют очень правильное влияние на тех людей, которые говорят, если ты там в клубе был, то в тендере, а я знаю этого чувака, нормально бери. Вот. И, собственно, таких вещей ты просто не узнаешь из таких книг, это надо просто one-on-one. Поэтому учись. Я стараюсь общаться с предпринимателями компаний, которые больше, чем я, но немного. Их в 2x3 больше, чем мы. Потому что когда ты приходишь, я подошел к дублине к парню из Type Inform, знаете, такая штука для этого. Я говорю, слушай, у меня тут с Success какие-то такие вопросы. Он говорит, сколько у тебя Success-менеджеров? Я говорю, 3. Он говорит, на 70. Я говорю, понял, мой вопрос снят. То есть разный бизнес, разный скилл, разные проблемы. Не одевайте на себя проблемы бизнеса, которые намного больше вас. И не пользуйтесь их рекомендациями. Всегда пользуйтесь теми, кто чуть-чуть больше, чем вы. Это само же, таких людей ставить. А як знайти ментора? Ну, тому що просто прийти до людини, наприклад, я приходжу завтра до Феррі Олександра, я кажу, Феррі, ну, там є тема, давай поговоримо, чи я так? Да, любому человеку, в принципе, можно писать, люди очень, ты просто должен найти канал, в котором можно написать, и если ты пишешь конкретно, например, люди любят рекомендовать и делиться экспертизой, это тешит их самолюбие. Да, соответственно, я всегда писал, но конкретный вопрос. Слушай, я хочу твои консультации. Или помоги мне найти ответ на такой вопрос. Я тут искал, но, то есть надо показать, что ты уже провел какой-то ресерч, и если твой вопрос действительно сложный, действительно, который нельзя загуглить, то они отвечают. Вот и все. Класс.
То есть, в принципе, ну, есть разные хаки, то есть можно, вот сейчас я пользуюсь тем, что можно решим кого-то хайрим. То есть, типа, ну, мы хайрим, вот, типа, в Сингапуре открываем офис, и мы, типа, решили, ну, вот, человек, которых мы, вот, в хайрим, они нам сделали ресерч рынка, рассказали, какие там есть конкуренты, что как. Япония вообще для нас такой далекий регион, но люди, которым мы сказали, что мы хотим запуститься в Японии, они нам сделали весь ресерч, все это бесплатно, вот так, как ты учишься. Тобто це використовуєте інтерні відео? Так, ну, то есть люди, які потенціально хочуть у нас працювати, наприклад, з ними можна там, как бы, запартнеритися в плані нам интересно, но если хочешь пройти, давай ты вот это, найди какие-то ответы на вопросы. Это еще одна вот идея. Но в целом, люди все, слушайте, люди, которые пичат на конференциях, на подкастах, им можно писать, они для этого туда идут. То есть, в принципе, в Америке вообще распространен такой тренд. Люди, которые пенсионеры, поверьте, XVP of Sales, Salesforce, все нормально занимают. У него дом стоит больше 10 миллионов долларов, то есть ему, ну, все окей. Единственное, его сейчас смысл жизни – это рыбачить и консультировать стартапы, потому что он каждого поберет по 2-3% equity, и потом кто-то из них там мыслит, у них таких 40-50 компаний, которые он консультирует. Это окей, в принципе, все доступны. Но мне нравится больше фидбэк все-таки с фаундеров, то есть, потому что они более живут, они понимают, что работает, что не работает. Но вы должны знать, чего спрашивать. Да, конечно, и очень понимать, делать домашнюю задачу. То есть очень плохо, когда я вот многих стартапов из Украины советую прочитать там две книжки, в которых там половина вещей про кастомер девелопмент написаны, а они все втыкаются в одни и те же проблемы. Соответственно, мне часто потом становится неинтересно общаться с такими людьми, потому что вы не сделали домашнюю работу. То есть, камон. Ну, а як от поставити питання ментору, щоб ментор не сказав, о Боже, яке дурне питання? Тобто, що це має бути? От, ну, бо я більш ніж впевнена, що на будь-яке питання є відповідь будь-якій книжці, від Стіва Бланка до Еріка Ріса там, чи ще інше. Ні, на самом деле ні. Тобто, коли ти формируєш вопрос, то есть, ти говориш, наприклад, смотрите, у мене був вопрос, ну, немножко сложен, що ми немножко в другій ступені, як мотивувати чоловіка, який управляє твоїм офісом продаж, наприклад, там, в Сингапурі. Вот. И есть на Коре, я погуглил Кору, нашел кучу вопросов на эту тему. Есть две системы, типа, понятно, что у него есть бейс, у него есть селлери, но есть селлери начисления от ревеню или от эдиты, то есть от профитности компании. И говорю, блин, ну какая модель выбрать, ту или ту? То есть, и реально нет ответов, то есть, на этот вопрос. То есть я, вот, у нас там есть там IT-комьюнити, то есть я реально говорю, ребята, ищу, бьюсь, ответ на вопрос, ты вот видел столько-то бизнесов. Как ты считаешь, так или так? И классный ответ, знаешь, какой? То есть первый год от revenue, а потом переключается на EBITDA, потому что сначала захват рынка фокусируется на обороте, а потом переключение уже на профитность, на эту историю. То есть я говорю, блин, так что можно мотивацию его менять, как бы со временем, потому что это такая сложная договоренность, это большие деньги. Типа, да, какие, ты сразу на берегу договоришь, что может быть изменено. Вот. То есть, ну вопрос, насколько ты проработал вопрос, если ты емко спрашиваешь, и отлично, если ты можешь сказать «да, нет», построить вопрос в форме «да, нет». Когда он уже ответил тебе «да» или «нет», ты уже там можешь раскрыть, можешь уже глубокий вопрос задать чуть-чуть там сбоку, а уточнить так-то или уточнить это. Вот. Ну, в принципе, я говорю, менторы, они открыты, есть куча менторы, менторы за тем, чтобы потом тебя попросить какую-то долю компании там или как-то, но, опять же, мой совет, не берите менторов, которые не вложили в вашу компанию никаких денег. То есть, это нормально, это тоже хорошая практика, если человек тебе нравится, он тебе помогает, он должен еще денег тебе дать. То есть, ты просто, понятно, ты ему equity дашь больше, но деньги – это лучший коммит, чем любой там, я тебе буду помогать советами. То есть, нет, деньги – советы, за это не любят почти все украинские инвесторы. Потому что вы кажете, что во-первых, у них нет ценности, что мы лучше знаем о нашем бизнесе, чем они, а во-вторых, ну то есть сами деньги вообще это всего лишь ресурс, ребят. То есть деньги это ресурс, то есть люди это актив. То есть поэтому деньги всего лишь один из инструментов выпуляют, то есть они ничего не стоят. То есть намного, денег намного больше, чем классных продуктов, поверьте в этом. Поэтому намного ценнее это тот, та помощь, которую вы можете получить с этими деньгами, те двери, которые вам откроются, или этот суппорт. И когда ты начинаешь инвестора уже об этом. Но сейчас колы с инвестора, я вообще перестал, мне пишут многие там. Я им просто, я сразу, у меня такой чек-лист вопросов, которые я у них спрашиваю. Почему мне пишете, какой фокус вашей инвестиции, на какой стадии вы находитесь инвестиции, какие компании, с каким чеком, инвестировали ли вы там за пределами Америки и так далее. Он, короче, ну, они отвечают на эти вопросы, то есть, и, то есть, ну, скрининг той стороны тоже нормальная история, поэтому, и вот у них есть, как правило, сетка этих партнеров, которые там, тоже пытаются там менторить, ангела всякие. Бизнес-ангелы это классно, они открыты, любой angel list. Посмотрите, компании похожи на вашу компанию, ваши конкуренты или другие похожие компании, кто у них ангелы на Crunchbase? Пишите этим ангелам. Все они будут отвечать. А ангелы, они, как правило, за счет чего они получают долю в твоей компании? Они тебя коннектят с кем-то, если всех знают. За свои коннекты. Они, да, они в этой сети, они в нетворкинге, и они сразу понимают, как они могут. У тебя классный продукт, классная идея, и ты пишешь чуваку, который задает, он сразу поймет с полслова, что ты хочешь. То есть ты пишешь, конечно, человеку, который, не знаю, всю жизнь сделал IoT, да, или там semiconductors, какие-то вещи, а ты запускаешь стартап, блин, по, не знаю, еда для котов по подписке. То есть,
трошки не то. Вот это проблема первая. То есть вы пишете, пишете всем широко, а если ты пишешь тому человеку, который в твоей сфере, и он понимает, он, поверьте, он ответит, ему интересно общаться с стартапом и так далее. Но вы должны быть в его фокусе. У каждого фонда, у каждого ангела есть фокус, его профиль. Если вы на нем не мачитесь, то не надо ему писать, и все. Тогда они будут отвечать, даже. Окей. І в мене останнє питання, перед тим, як ми перейдемо до аудиторії. Скажи, а от ваші співробітники мають долю в компанії чи ні? Будуть мати, да, всі. Тобто ви плануєте на це? Да, да. Це дуже складно організувати в Україні за складності яких, но а таким публічно не говорять, ну, короче, да, будуть мати всі співробітники, будуть мати долю, вона буде рости. Ми хочемо це все зробити красиво. Тому що так ми говоримо, ми будемо шерити responsibility на всіх. Тобто, ну, знайомий говорить, ми некоторі речі в нашій компанії, можна звати названня компанії, це велика компанія на біржі, все. Говорит, мы, иногда на митинге, во-первых, ну, как бы сотрудники имеют право использовать ценную информацию для того, чтобы торговать акциями. То есть это типа запрещено. То есть, ну, у них там небольшие акции, поэтому, скорее всего, там не видно. Мониторинг не заследить, что там это. Но говорит, иногда митинг проверили, ты понял, что тебе там Audi Q5 уехало только что в акциях компании, потому что они будут падать. Вот. И поэтому это немножко другая. Это целая работа, которую мы будем проводить с ребятами, объяснять, что это такое, как это стоит. Потому что все в Украине вообще не знают, сколько это денег, да? Как это денег? То есть, дайте кэш. Кстати, есть много классных сценариев, где люди мотивируют деньгами, и это как бы окей, то есть они получают там штуку. Но я считаю, все равно они должны это... То есть это хороший маркер, насколько люди верят в твою компанию, в то дело, и оно по-другому мотивирует. И мы считаем, что у нас, я знаю, многие сотрудники именно ждут именно акций, и это для меня очень отличный знак. То есть они готовы разделять это, то есть консолидировать за продукт, за компанию, на собой. Потому что мы, ну, они уходили из работы, где получали много денег, больше денег, на 50-60%, чем получают у нас. То есть они уходят. Это вера в компанию. Это вера в компанию. Соответственно, но эту разницу мы им акциями будем отдавать. Круто. Ну что, давайте ваши питания. Кто готовый, та Оксана? Напомню, что это ваше питание наикручеше для Львова. Маленькі стартап-компанії мають мало ресурсів. Великі аутсорсинговий кити мають достатньо ресурсів і командних, і компетентних, і офісів, і тому подібне. Чого не вистрілює, чого BMW, там, чого Audi досі не випустила класний електромобіль, але всі фанатіють від Tesla? Ну, як знаєш? Хороший вопрос. Смотри, во-первых, отвечу на два рази. Перше, наприклад, у BMW є парень, он сидит, сейчас ездит там в Норвегию, они инвестируют отлично в стартапы, и они говорят, мы ищем компании, технологии, которые могут быть применимы, могут быть запущены на нашей платформе, и мы им дадим там зеленый свет, и нам не надо, чтобы это был там VC-история, мы готовы там 100-летние фишки верить. Нам есть ребята, которые разработали новые дворники или лампочки, которые были энергоемкие. То есть это неправда, компания реально ищет свои новые инвестиции. Да все просто, чем ты стараешься больше, тем менее поворот прибыль. То есть много систем согласования, понижается эта система, такая стартаповость, да, то есть очень много бордов, все, вы знаете, как правило, компания, которую ты назвала, уже нет там фаундера, то есть она управляется большим бордом из большого количества людей. Responsibility там очень маленькая, и, собственно, это просто неповоротливость. Например, даже в частности Tesla, многие из них до сих пор не верили, то есть в то, что люди сделают электрокары там более привлекательными, потому что было определенные проблемы там с производством этих аккумуляторов и так далее. Потому, но они все стараются это сейчас делать. Очень много практически есть такое направление corporate ventures, да? То есть это внутренние венчурные компании, большие корпорации, которые инвестируют в стартапы, которые впоследствии становятся частью их команды, сохраняют эти команды стартапы в том виде, в котором они были. Вот. Поэтому они стараются, поверь, они потому такие большие до сих пор, что они хавают то, что надо. То есть они применять свои, ну, технологии, просто может быть не так быстро. Все равно происходят какие-то сдвиги. С Теслой очень это такой феномен, который произошел там, и была проблема. Посчитайте, хорошо там Маск расписал в своей биографии, там журналист, почему этот феномен произошел. Что там, ну, была разумная куча. То есть они получили донейшн от государства в очень вовремя времени. То есть надо было. И это помогло становиться. До этого многие компании зафейлились продолжать в этой сфере. Вот. Поэтому. Они стараются, да, они могут, потому что мое мнение, они очень тяжело. Поверьте, я даже сейчас чувствую, насколько мы стали дольше, медленнее принимать решения. Мы там пересмотрели какую-то штуку, процесс намного будет лучше. И ты его внедряешь, и люди такие, то начинают жаловаться, а как у нас дофига изменений, ты что там, как это так? Ой, меня тут не предупредили, а что мне не показали? Начинаются эти консерны. Я говорю, камон, гайз, я когда пришел, мы свой прайсинг в компьютере меняли, наверное, раз в 6. Да, и... Это команда там, из 5 человек, которые очень сильно на прайсинг дают. Но я начал объяснять, почему мы сделаем вот эту опцию, как она будет работать, вот данные, как это. Я стрю вот эти вот, знаешь,
точнее, надо будет что-то делать по-другому, а ты представь, это на скейле компании в 10 тысяч человек, 15 тысяч человек. Это просто, ну, сама, мне вот сейчас у нас пришел новый продукт, то есть большая компания, он говорит, мы быстро, мы решили, короче, sales team и customer success team сделать одной командой, назвать ее revenue team, и еще business manager присадить, это будет одна команда, которая отвечает полностью за цикл клиента. Мы это решили за 15 минут, собрали митинг через 10 минут, рассказали команду, и мне он говорит, блин, я в своей компании 4 месяца только это решение это бы выбивал. А потом еще, что его надо было применить, и всех этот, и решить, и как это, и, ну то есть, вот в этом отличают эти компании. К сожалению, на большом скейле, я вот когда в Facebook ходил, я говорю, ребят, как вы 14 тысяч человек управляете, это труба, как вы это, остаться этим инновационным, и это реально, сейчас еще, я пока не знаю, что. Чи є у вас маленьке питання щодо криптовалюти? Чи є у вас якийсь зв'язок з криптовалютою? І чи будете ви впроваджувати її в свою компанію? І що ви взагалі думаєте про це? Я, чесно, не вірю в криптовалюту. Вот. Мы не будем делать ничего связанного с криптовалютой. Мы видели, кстати, был копия стартапа, который повторял, по сути, нашу модель. То есть в ритейле все, говорит, мы на биткоин запустим на крипте, все будет круто. То есть их сейчас они там что-то 200 тысяч или подняли, как бы нет. Я считаю, ну, если это надо было делать вот 10 лет назад, то есть там 5-7 лет назад, когда это можно было. Я когда-то с дизайнером, который делал логотип, просчитался 5 биткоинами, где ему пишут, отдай, блин, биткоины. Он говорит, нет, я говорю, дай половину. Он говорит, нет, на Бали живет, то есть у него было 110 тогда. Вот, то есть, вот, это был первый, то есть, когда ты видишь тренд, уже в него прыгивать поздно. То есть надо до, то есть думай то, что будет вот через 5-7-10 лет, вот где-то вот ту штуку можно сейчас думать и верить. Мы не будем применять и не будем делать это пока. Саня может что-то добавить. Но Саня хочет. Мы, кстати, предлагаю сотрудниками, хотите мы вам будем начать зарплаты и покупать крипту? Ну реально, сделаем общий кошелек, будем 10% зарплаты, ваша. Я говорю, давайте часть зарплаты будем. Знаете, сколько людей подошло и нам сказало спасибо, что вы это не сделали, когда крипта стала 10-18%. 10% давайте зарплаты фонд, и дальше будем его диверсифицировать в разные. Но Саша верит, что... Но они не согласились. Я с точки зрения Питера, конечно же, это бред, как неприменимо. А в время блокчейна, я думаю, что просто еще не пришло. Но обязательно придет. Расскажите историю привлечения 3-го, 4-го, 5-го, 10-го клиента. Вот первый, я слышал. Да, круто, смотрите, все просто. Первые клиенты, которых вы привлекаете, это рефералка все. То есть ты просто начинаешь говорить, слушайте, у нас нет бюджета. Я расскажу реально, как было, короче. Не расскажу, как вам делать, сами поищите. Я реально увидел, вот этот клиент, это реальная история, то есть мы прислали письмо, он стал клиентом, он еще был на этапе контрактования, я поехал просто на UX Camp, я решил, что надо мне нарисовать, научиться что-то, я столько интерфейсов рисовал, никогда не получал никаких, короче, конкретных знаний. Там был один из IT-директоров, тоже ритейл сети, который рассказал о нашем проекте, который, ну, не было, и он тоже стал вторым клиентом. Вот, потом я нашел UX Community, которая, потому что UX, они делали юзабилити метап для ритейла, то есть, ну, интернет-магазину, e-commerce очень важно, да, что я пришел на этот метап и запичил на стартап, меня зафакали, потому что, какого хрена ты пришел на метап, расскажешь о своем стартапе, но два человека оттуда стали нашими клиентами. Вот, потом я всем им рассказывал, дай кого-то познакомь меня, это нормальная практика, до сих пор все это наши используют, дай кого-то друга, ты бы порекомендовал, дай мне сейчас референс и так далее. По сути, до 30 клиентов это были все реферальные продажи, то есть там Алло привел LG, LG привел Samsung и так далее, то есть, и, ну, мы там даже потом, ну, партнерка. Третьим этапом я понял, что мне нужно как-то запичить на всех конференциях одновременно, а как это сделать, это очень сложно, то есть надо ездить туда, это дорого. Я нашел человека, который, ну, ребята, которые там пичат, консультанты и так далее, договорился с ними о лайфтайм партнерке. Вот, они ставили пару слайдов Competera в этих, плюс мы бесплатно сделали кейс этой компании. Вот, где они показали метрики, ее запичили на сцене, прямо рассказали, там было Google Analytics Days в Москве, где рассказали, вот мы с помощью Competera сделали вот это, вот это, вот это. Это говорил Head of Marketing самой большой сети. И, блин, мне пишут, Саша, здесь мы можем встретиться, типа, вот идут на конференции, а меня нет там вообще. То есть, и вот потом была партнерка. Вот. Но, опять же, с ней нельзя уйти, потому что эти люди дорогие, и они еще теряют мотивацию, там, вот, чувак купил две машины, потом решил вообще вам больше клиентов не давать. Ну, то есть, а ты уже с ним договорился, и платишь ему очень долго. Ну, вообще. Ну, партнерка. Вот, если кратко, то так. Питание? Можете рассказать, как вы тестуете идеи або изменения в продукте? Какие-то бета-тесты, або что-то поделать? Хороший вопрос. Это процесс, он меняется со временем. У нас проблема в том, что B2B рынок, B2B продукт, это нельзя проверить ничего на B-тестах.
потому что мало трафика, очень эксперимент длинный, сильный, долго ждать приходится результатов. Мы создали сначала скайп-группу с такими юзерами, которых мы посчитали идеальные пользователи, которые ходят по нужному флоу, мы знаем, что они самый лучший engagement показывают. И мы, собственно, у них в чате запускали продакт-менеджера, задавал им всякие вопросы, бросал туда скриншоты продукта. Они так прикольно, когда эти люди, они друг друга не знают, они начинают между собой спорить, правильно это, неправильно. Я, по-моему, просто наблюдал и записывал. Прикольно. То есть это как бы все. Я, кстати, а как мы собрали чат, я реально позвонил всем, сказал, что буду платить им, по-моему, 120 гривен в час, если они будут, типа, отвечать в этот час. Из них никто больше денег у меня не взял. По-моему, одному мы отправили деньги, им было это прикольно и так далее. Мы собрали эту группу и с ней работаем. До сих пор это так и происходит. То есть это прототипирование, high-fidelity прототипы, которые можно поплацать, отдаем им, смотрим, как они юзают, отвечают, что нравится, не нравится, почему не нравится. Это фокус-группа, грубо говоря. Это B2B. B2C можно пробовать трафиком брать. Но мы B2B, мы просто накололись пару раз, очень много денег потратили на какой-то отчет, а он не работал, или пользуются 2% юзеров. После этого мы решили, что больше делать не будем. А у мене питання, як ви з'ясовуєте, що ну це будуть користуватися, наприклад, 2% юзерів, а 50% юзерів? От як ви цей market fit цієї фічі тестуєте? Ну, опять же, ну, любая фича, да, то есть она говорит о том, что мы верим, что это будем пользоваться все, да, или там большая часть аудитории. Мы, у каждого релиза есть business goals, то есть, например, мы retention подвинем настолько-то, либо revenue настолько-то, либо вообще это повлияет на чек, потому что человек не будет покупать эту штуку. То есть это гипотезы три. Потом мы эти гипотезы, как стартап, в эту же фокус-группу говорим, чуваки, смотрите, такая штука будет стоить столько-то, будете ли вы ей пользоваться. Ну, те же вопросы, да, нет. В принципе, вот... На самом деле есть. У нас никогда не было проблемы, что делать. Была проблема, всегда есть проблема, что делать в первую очередь. У нас бэклога где-то на 3 года, а надо все время. И задача продакт-менеджера это все время говорить нет. Или нет, это да, но никогда не случится. Вот. Поэтому тут с этим проблема не стоит, вопрос больше приоритизации, что зачем запускать и что будет принесет больше денег. Как правило, ну, селы льют фидбэк, customer success льют фидбэк, ну и сам продакт-менеджер делает инвестигейшн, потому что его задача не делать то, что люди просят сейчас. Они все просят большую зеленую кнопку, вы знаете, делать зашибись. Вот. Да. А тебе надо думать, чего он это просит. Вот задача продакт-менеджера понять, почему, и, возможно, сделать продукт другим, чтобы этого не надо было делать. Но когда не находим другого варианта, да, делаем эту кнопку. Тобто ви купаєте реально в проблеми юзера і потім. Да. Это есть определенный процесс. Он классно написан в Интеркоме есть такой jobs to be done фреймворк, мы по нему и работаем. Jobs to be done от Интерком. Смотрите, там все написано. Да, классно у них расписано. Да, они же типа такой маркетинг себе компанию выбрали. Да, ваше питання. Відношення технічних і нетехнічних працівників, і як все змінювалося від початку до зараз? Хорошо, просто дуже часто щось звучить. У нас изначально вообще было 3 человека. Вот. То есть не инженер был один, но вообще ну, тоже был только полуинженер. Вот. А брали мы на работу первое время так, знаешь, типа, ты когда готов выйти на работу? Он говорит, когда мне надо выйти? Я говорю, у тебя ноутбук с собой есть? Я говорю, садись. Вот, потому что, знаешь, когда мы... Я шел по улице просто, да? Нет, но он как-то к нам пришел, кто-то посоветовал, вот, и поэтому, что работы всегда было больше, чем мы могли осилить, потому что я же рассказывал, 1.5 месяца была от идеи до запуска продукта, то есть первая версия, это моя тоже рекомендация, это реально правда, где написано, если вы чувствуете, что у вас продукт не готов, это самое время его запускать. Потому что все равно половину потом переделаете, как бы мы сейчас запускаем новый продукт из-за того, что уже есть ресурсы, там maturity команда, они сегодня вот только что за час до этой встречи мне прислали уже там 19 скриншотов, 19 экранов кликабельного продукта. И у меня вопрос, нафига столько много, сейчас половину из этого выбросим все равно после этого. Но то есть уже когда разгоняешься, то это сложно остановить. Поэтому мы вначале это были, конечно же, только инженеры, потом мы очень из-за того, что мы работали с Enterprise, нам пришлось добрать очень много людей с customer support, customer success, support manager, и так далее был перекос. Сейчас, Саня, я не знаю, какое у нас соотношение. Наверное, 50 на 50, я думаю. Где-то 50 на 50, да. Еще у нас где-то 50 на 50. Мы все равно таким драйвить инжинирингом, не маркетингом, не салами, а инжинирингом, именно culture инжиниринг. Да, это важно, реально, потому что я говорю. Но у нас еще гендерное, это все сегодня это про этот, diversity, это мейнстрим был, это последняя конференция в Сан-Франциско. У нас, в принципе, 50 на 50 женщин и мужчин. Да, мы даже там, типа, по соотношению женщин. Да, мы даже какой-то... Ну, я бы спросил, геев или лесбиян. Кстати, у нас был очень такой вопрос, то есть был классный продакт-менеджер, приехал к нам из, вообще, из Британии, вообще, британец, который жил в Америке и так далее. То есть, ну, он сразу пришел и говорит, его причина релокейшн на Украину, то есть я вообще с ним в самолете познакомился. То есть мы пообщались в Таллине, и я его подбил, короче, он, короче, говорит, у меня такая проблема, короче, я ему сказал, что бойфрендов в Киеве намного больше, чем в Таллине. То есть просто пришел, он, короче, переезжал. Вот, он говорит, блин, у меня реально... То есть ты пошуткувал, а он приехал?
Не, как бы я серьезно, я не пошутил, я реально буду приезжать. То есть он, кстати, приехал, сейчас работает у нас очень хорошо. То есть, ну, не у нас работает, другая компания. Мы, наша команда, ну, не по этой причине, конечно, мы его не взяли, но это был, я когда написал в общий чат, говорю, ребята, короче, приедет парень, вот, но это будет наш, это, то есть, я не хочу ничего, ну, то есть, народ нормально отреагировал, сказал, там, вообще, ну, девочки, вообще были счастливы. Вообще, большой, темный, реально. Вот, поэтому мы, в принципе, окей, то есть, но пока такого опыта не было. Окей. Ще питання? Так. Там був второй вопрос, по-моєму. Кількість їх хіба уточнити, скільки вам вже зараз працює? Зараз 50 чоловік. Я так на цього добре. Це вся команда, так? Так. Да. За 4 роки. Скажіть, будь ласка, як вас мотивовано отримання потенційних клієнтів, ну, звідки вони приходять? Це сайт, там, SEO-контент-маркетинг, це AdWords? Зараз це контент-маркетинг, ми строїмо наш продукт, у нас така маркетинг-дім, називається на все ком'юніті-дім. То есть у нас строит комьюнити, есть отдельный acquisition тима, который лидами занимается. Но вообще мы весь адвертайзинг ведем вокруг контента, который мы продюсируем. То есть мы не рассказываем, пользуйся нашим продуктом, мы говорим вот такие мы там учим людей делать прайсинг лучше, да, с такими-то определенными паттернами. Мы об этом рассказываем. То есть мы реально стараемся education content, то есть онлайн-курс обучения, как Google сертификацию такую дает. То есть, например, прикол, у нас первую сертификацию прошел там, например, розетка, но мы с розеткой не работаем. Да, и первые 6 менеджеров сертификата, там где-то 4 часа надо пройти этот курс, а получили менеджеры розетки. То есть и весь адвертайзинг, он промоутит наш блог, наше комьюнити, наш прайсинг, вот эту всю историю, а не прямой адвертайзинг. Ну, прямой тоже есть, на некоторых рынках он работает даже лучше, чем такой комьюнити билдинг. Это дорого и долго, но в основном контент... На вашем сайте. Да, да. Контент... Не, у нас есть два типа контента. Один мы делаем для своего сайта, другой делаем для внешних площадок. То есть у нас есть контент-продакшн команда, она делает контент, и контент-пиар. Это люди, которые занимаются пушем. Вот они решают, это будет внутренний пост, или это будет внешний пост. Мы тогда не делаем перепост, у нас его нет в нашем блоге. А что в процентах поделено? Таких постов? Не, утримання більшості клієнтів. Зі сайту чи з сторонніх постів? Inbound, да, да, 76%. Ну, знаете, круто, но плохо скейлится, дорого, ну, не сложно скейлить. Да, но он более дешевый, и, соответственно, мы сейчас outbound пробуем. Например, у нас лид, сейчас скажу, лид inbound стоит, не лид, скажу сейчас демо. Демо стоит где-то $170, одно демо, где-то 40 демо в неделю происходит. А outbound, это там, где мы холодно пишем через эти... набор там Salesforce, Outreach, вся эта история стоит $200 сейчас. Но outbound очень сложно делается. Есть... Ну, а inbound, он же заходит уже готовый по Customer Journey, он уже отведет. Да, у нас еще есть маленькая тим, называется Merchant Team, то есть ты когда почитал какой-то материал, мы тебя не пушим покупать. У нас есть там торговая марка, мы называем pricing, Agile Pricing, mm-hmm. То есть у нас там e-books есть, мы эти лиды не трогаем, мы не звоним, не говорим, а покупай Competera, то есть мы смотрим, что они... Это мы им пишем определенные цепочки писем, делаем вебинары, и они, короче, конвертируются потом в клиентов. Да, они теплые, но они дольше, понимаешь? Да. В чем проблема? То есть ты можешь набрать там 300 заявок, но ты не знаешь, что ты их продашь сегодня. То есть у нас где-то конвертация, где-то 4 месяца происходит это согревание. Ну, а вы чуваете, что это клиенты, которые с вами уже будут, ну, там, точно, надолго? Я уже давно не был этот, но, наверное, да. Но в целом, да, то есть это зависит, просто не все клиенты готовы пользоваться, именно в B2B вере есть бизнесы, которые просто незрело используют какие-то продукты, там, аналитики. И так далее. То есть, знаешь, ты знаешь, что у тебя может быть там уже барахлить сердечко, но ты знаешь, что ты там ходишь к доктору каждый день и лечишь. Ты знаешь, что она болит? Ну и болит. То есть, или там нога болит, ты же не пойдешь это лечить. Поэтому тут да. Но весь, в принципе, весь B2B SaaS, он построен на inbound. То есть, в принципе, это больше баланс inbound. И direct sales, там где enterprise, там надо просто писать влог, делать офферы. Есть классные, например, в Лондоне встречи, вот мы видели, там у них механика простая, ты платишь $6000 за вход, на этой встрече есть там 15 SEO-компаний, сколько ты хочешь позвонить, в конце вечера заигрывается Aston Martin. То есть кто-то из SEO-компании уходит с Aston Martin. Поверьте, все туда приходят. Звучайно. А вы скидываетесь на этот Aston Martin. Да, и соответственно, получается там, ну, последний раз они нам предлагали поучаствовать за $30 вход. $30 вход на один вечер. Да, ну, Aston Martin, блин, дорогая штука. Вот. Но если ты понимаешь, что там сделка там полмиллиона, то у тебя там есть 15 лидов, то мы знаем конверсию, 1-2 сделки реально, то есть, ну, играешь. Это нормально, это скелится, это прям есть организация, которая этим занимается, этим спид-дейтингом таких. Круто. Бизнес. Для B2B SaaS рішення варто писати напряму.
Что початковые... Direct sales, первые 30 продаж ты делаешь сам как фаундер вообще. В тупую. Ходишь, стучишься по кабинетам, рассказываешь. Тебе по-любому найдешь. То есть просто замучишь всех и скажешь, блин, что тебе... Ну, то есть, в принципе, так оно и... Да. В принципе, ты больше не продаешь, ты спрашиваешь фидбэк. Это очень классная система продаж. Мы даже экспериментировали, знаешь, мы писали на новом рынке, типа, слушайте, мы тут выходим на наш рынок, посоветуйте, как это. Мы приехали вот в Индонезию, вначале вот, это я был в Джакарте, Crazy City, но там вот мы хотим там начать продавать, и мы приехали с моей маркетинг-директором, мы просто ходили, говорили, мы изучаем рынок, мы новая компания, в общем, мы собрали 17 клиентских лидов, при этом компания стояла, наша там тоже украинская, со стендом, они 30 собрали. То есть, потому что такой фидбэк, мы ресерч делаем, мы спрашиваем, а ты из ритейла это, на самом деле мы его скриним, но не готовы. А еще индонезийцы, вообще азиаты, они очень хотят помочь это всем. И это нормально работает. И когда ты вначале продаешь, ты говоришь, ну, про стартап, мы это... В Америке, например, это легче работает, люди там более вовлекаются. У нас, конечно, больше закрытые компании, они там боятся и так далее. Но, в принципе, работаешь, говорил, как я продал, например. То есть, 30 сделок, сделай сам, а дальше ты уже поймешь, как это скрили. Что можно понять? А рынок? Ринок. Так, ну локацію, яку варто обрати самого першого. Старайтесь там, где больше ваших клиентов, конечно же. Ну и у нас, вот, например, русская версия всегда была локализацией, то есть она не была русской, то есть мы на русский переводили. То есть и материалы так же само в контенте производились на английском языке, а потом транслитируются на русский. То есть контент-команда, которая там сидит в Калифорнии, записывает эту всю историю. Но конечно, старайся начать с того рынка, который большой или который максимально там, чувствует твою проблему. А так в целом пофиг, где начинать. Сейчас настолько легко это все скейлить. Из Украины сидит. Да, сидишь в Украине. Нам вообще, что, как в Украине все селс-команды? Я говорю, да. Ты говорю, дешево, когда называю косты. Нафига мне этих, там сейчас американцы сейчас парятся, сейчас с Калифорнии уезжают в центр материка, там, в Чикаго, в Сиэтл, там, потому что дорого, все это. И там, кстати, ты на самом деле та же лажа. В Америке, что она сама по тайм-зонам. Ужасно, то есть ты работаешь в Калифорнии, ты в Нью-Йорк не будешь продавать и так далее. А в Украине, по сути, наступать, бежать, все одинаково. Ну і в мене є останнє питання до тебе. От якби ти зараз був там, ну не знаю, перший, от ти стояв би перед цим вибором, засновувати свій бізнес, стартувати його як CEO чи ні, що би ти собі сказав? Ні, свій бізнес, я вважаю, що якщо ви к этому вже прийшли морально, то есть это определенный, я вже зачитав статистику, вже 1.5% людей рождаються вот этим вот предпринимательством. Они не можуть, то есть это какой-то дофамин, который ти получаєш від того, що ти це робиш. Конечно, да, я бы точно что-то делал, то есть по-любому. Это, поверь, мы сегодня с Сашей ехали сюда на машине, мы еще придумали 3 комплементарных бизнеса, которые будет делать компьютер в ближайшее время, это тоже маркетплейс для ценообразования марихуаны, потому что рынок очень зарождается. Там реально price complaints, ничего нет в этом секторе. То есть, и мы смотрели, куда мы можем еще сделать технологии. То есть, мы, по сути, продолжаем думать как стартап, пытаться просто более комплементарно к нашему основному бизнесу, чтобы не ломать воронку, чтобы использовать его силу для того, чтобы это делать. Поэтому, да, конечно, я бы начал, возможно, любой другой бизнес, даже сейчас, но мне классно, я когда встретил парня, он говорит, знаешь, Саша, мне сейчас, 130 человек тогда было в компании, сейчас где-то 400. Он говорил, мне на самом деле на команде, я вчера, кстати, тоже моим сотрудникам нам говорил, на самом деле, дайте нам электростанцию завтра, наверное, мы через 1.5-2 месяца нормально ее будем рулить. То есть, будем продавать это электричество, будем это. То есть, не вопрос уже потом, что делать. То есть, просто все одинаково, то есть, одинаковые процессы, есть некоторая специфика. Но в целом все равно. Поэтому, да, я бы это точно начинал, возможно, может быть, не в той последовательности, не знаю, что сейчас. Тот опыт, который прошел за 4 года, сейчас новый бизнес. Почему, кстати, инвестируют во вторых предпринимателей, которые второй-третий раз запускают бизнес успешно в долине, намного быстрее, даже с закрытыми глазами. Потому что ты все те же вещи сделаешь на раз быстрее. У тебя есть люди, у тебя есть опыт, у тебя уже нетворкинг, плюс ты не делаешь те ошибки, которые ты делал, когда делал на первый раз. Добре, спасибо тебе величезне за те, что ты приехал до нас в Львові. Ми маємо подарувати всім нашим спікерам книжки. Я читав статті насправді про Competera, що ви замовляєте книги якось бук. Слушай, реально отмінили ми цей стартап. У них тупо не було книжок для вибору. І ось вам! Книги, я подумала, що як спікеру про те це буде цікаво. Супер, супер. Тебе взагалі дуже класно. Дякуємо дуже, Оксана.